сказочник? Ты видишь полицейский вертолет на 94-й? Если он меня засечет, нам кранты. Переходим к плану Б. План Б — это лишний час. Ничего не поделаешь, потом нагоним. Принято, план Б. Придется накатить по ходу. Красавчика хватит сушняк на объезде. Готовы? Заправщик на подходе. Воу! Вылезай, Аполлончик. О, заценил мое тело? Что? Сушняк и накатить по ходу? Зальем топливо на ходу, без остановки. Почему просто не сказать? Ну, можно, конечно. И просто, но... Что делаешь? Я помогаю. Что? Стой, 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 стой! О, черт! Держись! Ближе! Я все не перестаю тебе удивляться. Не суди девчонок по колодкам от Гуччи. Что? Я про шпильки. А почему просто не сказать? Тонко. Чудовище, рули на обочину, я прижмусь. Понял тебя, красавчик. Внимание всем постам. Цель — серебристый мустанг. Номер Адам Дэвид Том, 4619. Движется на запад по 94-й. Первый, как слышно. Сказочник, пригляди за полицейской вертушкой. Ты сейчас где? Пока еще на земле. Ну давай, детка. Не разочаруй папочку. Ну давай. Ребятки, красавчик едет греться. Понял. Чудовище тоже не прочь. Да! Первый базе. Я на месте. Мустанг не обнаружен. Вертолет рыскает над 94-й. Красавчик, ты можешь расслабиться. Греться, значит, едем на юг?